Выявлять межэтнические разногласия и решать подобные конфликты обучают представители общественности и медиаторов в Кокшетау. В тренинге принимают участие члены этнокультурных объединений, акиматов и профессиональные юристы из Акмолинской, Кустанайской и Североказахстанской областей. На занятиях слушатели разбирают конкретные ситуации и знакомятся с основными механизмами регулирования споров. По словам директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, существует риск, что любой бытовой, криминальный или социальный конфликт может приобрести межэтнический окрас. Поэтому важно подготовить в регионах этномедиаторов, которые могли бы не только разрешать споры и разногласия на местном уровне, но и уметь их предотвращать. Мы планируем обучить в регионах определенные группы специалистов, которые смогут на локальном уровне в конфликтах низкой интенсивности отработать и локализовать его. В образах этномедиации все уходит гораздо глубже в сферу человеческой психики, в сферу межкультурных отношений, там, где необходима более тонкая, более ювелирная работа.